Добрый день, друзья! Мир пернатых устроен практически так же, как и у людей. Чтобы продолжить свой род, птицы должны привлечь внимание будущего партнера. Поэтому они имеют свои оригинальные и забавные традиции ухаживания. Сегодня я вам расскажу о самых забавных брачных танцах пернатых, но вначале напомню, что вы можете подписаться на наш канал и включить колокольчик, чтобы не пропустить все самое интересное. Приятного всем просмотра! Особого внимания достойна яркая, красивая птица красношапочная пипра. Как правило, эти пернатые обитают в тропических лесах Южной и Центральной Америки. Самцы пипры в брачный период взрывают танцпол, демонстрируя партнершам лунную походку. Любят показывать свои бедра, крутясь взад и вперед на ветке, подпрыгивать и интенсивно взмахивать крыльями. Также во время танца они сопровождают свои движения оригинальными звуками, постукиваниями и пощелкиваниями. Красочные птицы трагопаны живут в горных лесных массивах от Гималаев до Китая. Эти упитанные птахи ведут скрытный образ жизни. В брачный период самец преображается. Он выпускает свои очаровательные рожки, показывает яркую кожу в виде лацкана на шее, то пряча, то раздувая ее. Сопровождается ритуальный танец энергичными содроганиями тушкой, растопыриванием крыльев и распушением перьев. И все эти старания, разумеется, ради какой-то курицы-самки, которая окрашена куда проще. Коренастая птица гималайский манал с сильными ногами, относительно коротким хвостом и мощным клювом обитает в хвойных и смешанных лесах на высоте до 4500 метров. Брачные игры состоят из ритуального ухаживания самца, в процессе которого он демонстрирует в разных ракурсах свое роскошное яркое оперение с характерным металлическим отливом. Распускает крылья, поднимает хвост, кланяется и подпрыгивает. Иногда самцы преподносят самкам подарки в виде корма или просто камушка. Орел-скоморох свое название получил за головокружительные воздушные акробатические пируэты во время брачных игр. Обитает этот красавец в Африке, южнее пустыни Сахара. Сидя на дереве, он принимает странную позу, поднимает перья на голове и шее комком и постоянно поворачивает голову. Абиссинцы прозвали эту птицу «небесной обезьяной». Лирохвосты – коренные обитатели юго-восточных областей Австралии. Домом этой птицы служат влажные эвкалиптовые леса. Когда наступает пора такования, у самца отрастает роскошный длинный хвост. Лирохвост начинает готовить участок земли, тщательно очищая его от листьев и веток, и только после этого начинает свой спектакль. Заняв место в центре арены, он заводит громкую песню. При этом солист дрожит всем телом, потряхивает хвостовыми перьями и, наконец, резко вскинув хвост вверх, накрывает им спину. Тетерев обитает на территории России. Брачный период начинается ранней весной такованием на полянах. Самцы кружатся на месте, переступая с ноги на ногу. Вытягивают шеи, веерообразно раскрывают хвост, подпрыгивают и громко бормочут. Между самцами нередко возникают конфликты, во время которых они устраивают бои, которые напоминают петушиные. Но эти драки совершенно безопасные. Павлин считается самой красивой птицей среди представителей отряда курообразных. Его красота заключается в красивом ярком хвосте, украшенном разноцветными глазами на конце. Для того, чтобы привлечь самку, самец павлина распускает перед ней свой хвост и так делает до тех пор, пока пара не сойдется. Павлины являются полигамными птицами, поэтому один самец живет с целой группой самок, которая может включать в себя до 5 особей. Странствующий альбатрос – уникальная птица, которая проводит большую часть своей жизни в полете. Лишь в период размножения странствующие альбатросы приземляются на сушу.
Около 2 недель там происходят свадебные церемонии. Птицы устраивают брачные танцы, громко кричат, принимают причудливые позы, трутся клювами. Потом разбиваются на пары, и самка откладывает в расщелине скалы, а то и прямо на открытом месте, единственное яйцо. Особенно красиво ухаживает самец страуса, самой большой птицы на Земле. Чтобы привлечь самку, он поочередно поднимает вверх крылья с белыми перьями на концах, садится на лапы, расправляет крылья в стороны и как будто трется головой о спину, раскачиваясь из стороны в сторону. Страус глухо шипит, издает булькающие горловые звуки и раздувает шею. Если самке самец понравился, она идет в его сторону, опустив крылья к земле, низко кланяясь. Затем она садится на землю и повторяет движение самца. Чудная райская птица обитает в горных лесах Западной Новой Гвинеи и прославилась танцем, который исполняет самец в брачный период, чтобы привлечь внимание самки. Во время танца самец издает крики, расправляет свои крылья, бирюзовые перья на грудке и превращается в черный шар. Ученые предполагают, что на самом деле самка оценивает не столько сам танец самца, сколько состояние бирюзовых перьев. Друзья, пишите в комментариях, танец каких птиц вам понравился больше всего. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Если вам понравилось, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, и поделитесь ссылкой на это видео со своими друзьями. Продолжайте смотреть самые удивительные и необычные топы и факты на канале «Необыкновенная вселенная». Всем здоровья и до новых встреч!